Как определяется эффективность работы органов власти? На семинаре с главами администрации муниципальных районов и городских округов обсудили вопросы работы местного самоуправления. Особое внимание было уделено сфере образования. Специалисты создали мотивирующий рейтинг для муниципалитетов Чувашии, в котором 21 критерий. По ним определяется показатель работы школ, вузов и СУЗов республики. Рассматриваются такие аспекты, как оплата труда учителей, количество финалистов всероссийских олимпиад и многое другое. В районах Чувашии остро стоит кадровый вопрос. Всего у нас 305 педагогических работников. Кадры, конечно, нужны, особенно молодые, не в числе худших и не в числе лучших. Поэтому очень активно сейчас будем направлены на работу с привлечением молодых кадров, но необходимость присутствует, имеется. Активно продолжается капитальный ремонт образовательных учреждений. При работе многое зависит от правильной подготовки проектов. Большое внимание должно быть уделено обеспечению безопасности. Мы с вами утвердили единый стандарт. Единый стандарт включает в себя безопасность. Повторюсь, да, вот здесь тоже на слайде, это и ремонт ограждений, и снос ваших гаражей, которые есть на территории, и освещение, и асфальты внутри территории. Самое главное, спортивные площадки, которые необходимы детям, чтобы они в конце концов играли в футбол. В детских садах это веранды, это шлагбаум, это видеонаблюдение тоже сюда входит. Не должно возникать и проблем с подрядчиками. Для этого необходимо контролировать его действия на всех этапах работы. Ольга Семенова, Игорь Ульянов, Республика.